Итак, нахожусь в отеле «Эксельсиор» в Дубровнике. Это городской отель, он находится недалеко от старого города Дубровник. Сейчас холл ресепшена отель показываю. Это небольшой отель, бутик-отель. Значит, вот такие панорамные окна, огромные стекла с видовой такой терраской. Ресепшн такой приятный. Тут есть такая небольшая релакс-зона. И вот, кстати, старый город мы видим здесь прямо. Так, номер Executive Suite. Значит, состоит из такой отдельной спальни. Спальня с двуспальной кроватью. Здесь есть приставной столик с телевизором. Значит, идем дальше. Есть отдельный небольшой санузел. Также вот такая огромная ванная, два умывальника, душевая кабина. И тут же еще есть такая большая гостиная с диванчиком. Телевизор, и есть тоже отдельный вход в спальню. И, конечно же, крутая терраса. Все номера сьют имеют свои террасы, балконы такие с классным видом на море и с видом на старый город. Номер Superior с видом на море. Здесь огромная такая комната, в которой есть большая кровать, двуспальня. Есть еще такая релакс-зона отдыха. И вот видно старый город, видно море. Балкона здесь нет в этом номере. Это вторая категория после стандарта. И есть вот такой вот еще отдельный санузел, достаточно большой и просторный. Два умывальника, душевая кабина, ванная. Все это в номере. И туалет. Это главный ресторан отеля «Эксельсиор». Тут есть еще терраса. Красивая, большая, с видом на старый город. Тут есть такой небольшой фитнес-уголок возле внутреннего бассейна. Тут спа, бассейн подогреваемый, и есть несколько тренажеров с бассейном. Яна Бара Бакус, вот такая лаунж-зона для отдыха. Здесь есть также выход на террасу. Терраса тоже с красивенным видом на старый город. И вот здесь еще есть а-ля-карт ресторан Сенсус. Номер Villa Odak Terrace. Значит, здесь уже все в таком классическом стиле. Здесь большая кровать, есть отдельная красивая такая ванная комната. Все для такого романтического отдыха. И есть классный такой балкончик, терраса. Здесь, ну и конечно же, видно старый город.
Это Superior Room в соседней части отеля Villa Odak. Классический тоже ремонт. Две односпальные кровати, французский балкончик. И вот такой санузел красивый.